Ребята, садитесь! Падайте!
Садитесь. Я сейчас беру кита. Вот. Как мне? Катя, у тебя все хорошо? Да. А? Катя, какой-то тут болит. Как ты стукнулась? Да. Нет, я. У меня там нога застряла. Но ничего не стукалось? Нет. Давай, Катя, садись сюда, тихонечко поедем. Папа! А там папа. Где? Вот. Ну ладно. Ты в эту что ли уперлась, ага? В стенку? Убежал, потому что там было трудно смотреть. Ну вот, надо внимательно смотреть. Да, у меня уже все руки замерзли. Ну-ка. Открывай. Давай их разогреем. Руки сюда. Че тут? Замерзли. Сейчас папа отогреет тебе все. Папа, вот тебе надо было нормальные круги делать, эти. Какие? Ну, надо дома просто сидеть. Есть. А не возмущаться. Через деревню туда едем. Щека твоя как? Хорошо.
что-то делаешь. Ты с тобой крем взял. Это зачем? Папа, это зачем? Чтобы будет холодно, сейчас тебе папа сделает, чтобы не было холодно. Вот это. Так у тебя щеки белые, Наташа. Бело-красный, да? Да. Я ее поеду этим. Хотя мне как у тебя. Сиди спокойно пока, как у тебя. Хотя мне как у тебя, только синий, да? Самое. Черная. Да? Папа, мне черная? Нет. Mm-hmm. Наташа, папа ее делает как надо. Черная и синяя. Черная и синяя. У тебя все зернёшко. У всех все зернёшко. Нет. Так надо еще доехать до дома. Пап. Пап, мы кстати смотрим. Поезд там что? Или дорога туда? Она меня держит туда. Вперед, ну. Наташа, так если у тебя мерзнет что-то, ты не молчи. Ты щеки вон видишь, как замерзли. А вот у меня ноги. Они меня потом не замерзли. Не замерзли. А я думаю, приду, сниму носки. Сниму ботинок, то есть расстегну, сниму ботинок. Потом. Во. Потом сниму носок, потом отдельно обратно. Так, извиня. Потом отдельно обратно, и там будет тепло. У меня сапоги стоят. Папа, а тебе красные еще одни. Ну красный-то ладно, лишь бы не белые. Да. Это как называется? Белые.